И всем привет! С вами Александр Навасов, и сегодня я вам расскажу про хакерскую атаку, которая была совершена на Steam. Как вы знаете, Steam перестал работать. Ну, у вас он, наверное, уже работает, у меня же нет. Потому что сегодня 2 апреля, и я такой сегодня утром сажусь в компьютер, и у меня не работает Steam. Выдает он ошибку, и появляется такое окошко, ну, я даже не знаю, как его назвать. Типа сеть недоступна, хотя интернет у меня работает, и я все проверил. Искал я решение в интернете, ничего не нашлось. И я спросил у своего друга, что там со Steam, работает ли у него. Но друг ответил, что у него тоже самое, то есть та же самая ошибка. Вы сейчас спросите, почему я думаю, что это хакерская атака? Да, я не могу быть уверен, что это именно она, но... Во время игры у меня вылетали сервера, вот за день до этого у меня вылетали сервера, прошлым вечером у меня вылетали, ну в общем все вылетало, играть вообще я не мог ни на один сервер зайти, потому что лагало, почему-то Steam вообще там, торговая площадка вообще не работала, короче ничего не работало. Потом я выключил компьютер, ладно, все. И потом, сейчас утром, происходит это. Steam не работает. Вообще не работает. Ни в браузере, нигде. Вот как-то так. И я не знаю, что с этим делать. Но, короче, вот как-то так. В общем, если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, всем пока.